Ничего не бояться, пробовать что-то новое. Это жизненный девиз Анны Щербининой, педагога молодежного центра. В этом году ее имя и портрет в числе 15 саровчан украсил городскую доску почета. Несмотря на небольшой стаж работы, Анна успела зарекомендовать себя ответственным и творческим педагогом. Мы все ей очень гордимся и надеемся, что это только начало пути в молодежном центре у Ани, успешного пути. 3 года назад в молодежном центре Анна организовала медиаклуб для детей и подростков в формате .ру, где они вместе создают тематические ролики и репортажи. Она учит их редактировать видеофайлы, монтировать видео, брать интервью. Казалось бы, такая техническая работа, а получалось очень ярко, творчески, интересно, и молодежь за Аней пошла, стала ей помогать и стали реализовывать те проекты, которые нам казались в тот момент, недостигаемой. Интересные идеи и задумки становятся новыми проектами, с которыми Анна вместе со своими подопечными участвует в конкурсах и фестивалях. Они представляют молодежный центр на областном и российском уровне. И как результат – грамоты, дипломы, гранты. На вопрос, что главное в ее профессиональной деятельности, Анна ответила просто. Иметь интерес к своей работе, интерес к работе с детьми, с подростками, с молодежью, иметь желание воплощать все свои идеи, реализовывать свои проекты. К появлению своего портрета на доске почета отнеслась спокойно. Стало очень приятно, что ее работу заметили и оценили. Да и стремлений как такового попасть на доску почета не было. Просто работала, учила своих мальчишек и девчонок, стараясь стать отличным педагогом. Самое для меня главное, что я все, что я делаю в своей работе, я делаю это с желанием, с интересом. Поэтому я не скажу, что для меня это какая-то сложная такая дорога, что я шла к этому. Я это все делаю с легкостью, своим желанием, с интересом, с энтузиазмом. Впереди новые цели, интересные проекты, творческие встречи. Планов много. До начала учебного года есть время все обдумать и с новыми силами опять погрузиться в творческий процесс обучения и воспитания. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей СРО 24.